Короче, вот этой лампой я на велосипеде по городу ехал. И смотрю, там такой кирпичный дом какой-то, ну не такой, ну зачуханный какой-то дом кирпичный, да. И смотрю, там такая бригада баб, и все выкидывает. Ту-ту-ту-ту, я нифига, думаю, ёшкану. А там, да, какой-то старик жил и умер. И вот, я... Правда, это спросил, я говорю, девушки можно взять у вас? Они говорят, бери, топери, здесь все уже хлам, мусор. Я, а, да не, мне, говорю, только лампу, больше мне ничего не надо. Я говорю, лампа Аладдина. Я вот эту лампу и забрал, а больше мне там ничего не надо было. Я там и не рыскался, там другие какие-то рыскали. Я думаю, да не надо. Я эту лампу схватил и бежать с этой лампой. Думаю, хо, хорошо, это лампа моя теперь. А она же от ветра не задувает. Я вообще вот такие лампы вообще люблю. Это же вообще такая лампа. Она тут такая конструкция, вот так поднимаешь. Вот весь фитилек зажигает. Там все так сделано. Ну, кто-то вообще умный человек сделал. Вообще у нас, оказывается, еще... Умных людей на свете много, хороших таких. Вот, сейчас я... Вот. Чтобы мне загадать, да. Я загадаю, чтобы мне... Сейчас, если он полетит, тогда я загадаю. А вдруг не полетит, да. Так что, надо же все...